На повестке сессии два вопроса. Первое – внесение изменений в существующее решение Армавирской городской думы. Суть вопроса – перераспределение бюджетных средств. По муниципальной программе благоустройства территории муниципального образования города Армавир лимиты бюджетных обязательств увеличиваются на 2 миллиона на мероприятия для подготовки к осенне-зимнего периода. По муниципальной программе развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования города Армавир лимиты бюджетных обязательств уменьшено на 120 тысяч в связи с проектом муниципальной программы. Сэкономленные средства – это результат удачных торгов. Банки снизили процентную ставку по кредитованию. Благодаря распределению бюджетных денег коммунальные службы города получили дополнительно 2 миллиона рублей, которые будут потрачены на благоустройство города в осенне-зимний период. Никто не знает, какие сюрпризы преподнесет зима. В прошлом году сильные снегопады, которые засыпали город, потребовали дополнительные ресурсы. В связи с поднятием грунтовых вод мы много средств потратили на очистку и восстановление ливневок. Это что касается Поветкина, переулок Мира и все. То есть средства ушли у нас в связи с тем, что подтопление и дождливая весна была. У нас средства. И мы увеличиваем на 560 в рамках 10% увеличиваем 560 тысяч на очистку ливневок. И 1 440 000 получается у нас на очистку снега. Уютная зона отдыха в северном микрорайоне, где находится детская и воркаут-площадки, в ближайшее время получит статус сквера. Принято решение облагородить территорию и дополнительно высадить деревья и кустарники. Долгое время Зеленый островок оставался безымянным. Депутаты городской думы решили исправить ситуацию. В год, когда на Кубани отмечаются две юбилейные даты, уместно, если сквер увековечит историческую память и будет назван в честь 80-летия Краснодарского края. В дальнейшем, если жители микрорайона Северного выступят с инициативой увеличить зеленую зону, строительство сквера продолжат. Лариса Юровская, Евгений Холманских, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир».